Друзья, привет! В этом видео я расскажу вам, как учились в школе самые популярные ютуберы. А перед началом просмотра не забудь оценить это видео лайком и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые крутые видосы. А мы начинаем! Влад Бумага, более известный как А4, самый популярный видеоблогер. В школе был очень скромным и тихим. У него были хорошие отношения с одноклассниками и учителями. А все потому, что его мама сама работала учителем младших классов. Поэтому с самого детства Владу прививали любовь к учебе и спорту. Все детство Влад занимался хоккеем. Он полностью посвятил себя этому спорту. Он часто ездил на сборы и соревнования. Это, конечно же, не могло оставить отпечаток на его учебе. В школе Влад всегда стеснялся своей фамилии, но с возрастом он свой комплекс превратил в оригинальный и запоминающийся никнейм. Меня любит дети, я кукла! Шучу. Леди Диана очень популярная, несмотря на свой юный возраст. Диана родилась 11 октября 2004 года в городе Киев. Про детство Дианы известно только то, что она живет со своей мамой и сестрой Даной и учится в самой обычной школе. Известно, что она отличница и у нее хорошие отношения с одноклассниками. У Дианы уже более 10 миллионов подписчиков на YouTube. И Диане это совсем не мешало совмещать учебу с любимым делом. Скажи мне, кто сейчас самый популярный артист в России? Скажи, кто? Подсказать? Угу. Понял? Моргенштерн – самый популярный блогер, артист и шоумен. Алишер родился 17 февраля 1998 года. Рос вместе с мамой и младшей сестрой. С самого детства Моргенштерна тянуло к музыке и творчеству. И он не хотел учиться. В возрасте 15-16 лет Алишер уделял больше времени подработкам. Он работал курьером, автомойщиком и раздавал листовки. Но учебу решил не забрасывать и в будущем стать учителем. Поступил в педагогический институт, но вскоре его оттуда отчислили, и Алишер начал посвящать себя только творчеству. Идеально, бэби, у твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть, если ты мои сны? Даня Милохин родился 6 декабря 2001 года в городе Оренбург. Все знают про тяжелое детство Дани и как он оказался в детдоме. В детдоме было все очень строго, за двойку могли серьезно побить палкой. Поэтому к учебе у Дани с самого детства неприязнь. Когда Даню усыновили, его приемные родители отправили его на учебу в училище. Но там Даня долго не проучился. Как только он стал совершеннолетним, он сразу переехал в Москву, бросив учебу. Кто моя звездочка? Я твоя звездочка. Кто моя звездочка? Я твоя звездочка. Дима Масленников родился 21 декабря 1994 года в городе Усть-Катав, Челябинской области. Когда Диме было всего 7 лет, его семья переехала в Москву. В Москве Дима поступил в школу с математическим уклоном. Учеба давалась Диме очень легко, он был отличником. Помимо учебы Диму интересовали также танцы. Школу Дима закончил с золотой медалью и победителем Всероссийской олимпиады по экономике. Иван Гай родился 19 января 1996 года в украинском селе Александрия. С самого детства Ваня быстро всему учился. В 3 года он уже умел читать и понемногу изучал английский язык. Родители даже хотели отдать Ваню в школу, когда ему было всего 5 лет, но его не взяли. В обычной школе Ваня проучился до 11 лет. Чуть позже его перевели в гимназию, где более сложное обучение. И даже там Ваня был отличником. Друзья, а как вы учитесь в школе? Обязательно напишите об этом в комментарии. Не забывайте оценить это видео лайком и подписаться на канал. Спасибо за просмотр. Всем пока.